Привет, меня зовут Альфред, и в этом видео я покажу, как купить криптовалюту Matic на бирже Binance. Для начала авторизуйтесь на ваш верифицированный аккаунт на бирже Binance. Наведите курсор на «Купить криптовалюту». Если вы новичок, то рекомендую использовать метод покупки с помощью банковской карты. Это наиболее быстрый и простой способ. Нажимаете на этот пункт меню и попадаете в окно покупки криптовалюты. Кликнув на кнопку в верхнем поле, вы выбираете валюту, которой хотите расплатиться за покупку. В нижнем меню вы выбираете криптовалюту, которую хотите купить. По умолчанию здесь стоит биткоин. Кликайте сюда и меняйте биткоин на Matic. После этого введите сумму, которую вы хотите потратить на покупку. Нажимаете кнопку «Продолжить». В следующем окне вы можете ввести свою банковскую карту. Кликнув по кнопке «Изменить карту», вы можете ввести информацию по своей карте. Вы также можете сохранить несколько карт, например, евро или долларовая карта. Как только вы выбрали карту для оплаты, нажмите «Продолжить». В всплывающем окне введите CVV-код, который указан на обороте вашей банковской карты. Нажимаете кнопку «Подтвердить». Вы попадаете на финальное окно с подтверждением. Проверяете всю информацию и нажимаете кнопку «Подтвердить». Возможно, что банк может запросить от вас подтверждение транзакции. Чтобы проверить поступление криптовалюты на ваш кошелек, наведите курсор мышки на вкладку «Кошелек» и нажмите на кнопку «Fiat Spot». Ваша приобретенная криптовалюта отобразится в появившемся списке. Как я сказал, это быстро и просто. На сегодня это все. Если видео оказалось для вас полезным, поставьте лайк и подпишитесь. Всем пока! You build your